Друзья мои, я видела сейчас кошечку. Наверное, она здесь живет, в лесу она игралась. Такая симпатичная. Конечно, сейчас она не прибежит. Ой, жалко, конечно, что у нас с собой ничего нет для того, чтобы ее покормить. Друзья мои, такая она хорошенькая. Она вот здесь на солнышке игралась. Жалко, наверное. Где? Вот она, посмотрите. Киса, ты здесь живешь? Кисуля, киса. Да-да, ухоженная кошка. Ухоженная. Она сюда просто гулять пришла. Вот, посмотрите. Ну, да ты красотка. Ты красотка. Красотка, киса. Посмотрите, какие у нее ухоженные, шерсть какая, ушки у нее чистенькие, все чистенькое. Поэтому, друзья мои, она, наверное, просто сюда пришла погулять. Здесь потому что и люди гуляют. Красотка ты маленькая. Еще молодая кошечка, похоже. Киса. Кисюля. Вот видите, она пришла травку покушать. Кошечка. Красотуля. Людей она не боится. Это 100% домашняя кошка. Просто здесь недалеко дома стоят. Причем, ну, квартиры. И, в общем-то, я так думаю. Ой, ребята, я, между прочим, летом в лесу не была давно. Вот это вот малина. Смотрите, возможно, здесь грибы есть, а может быть и нет. Здесь рядом много народа живет. Сейчас нам навстречу парень с девушкой попались. Все-таки люди ходят, гуляют. Вот она резвится, бегает за птичкой-синичкой. За птичкой синичкой. О! Кисюня. А с этой рукой? Тот же. Ну ты даешь. Ну ты даешь. Ты думаешь, там для тебя птичка присела и ждет тебя? Чистенькая вся. Даже не чешется. Хорошая кошка. Друзья мои, посмотрите, папоротник. И чувствуется уже осень. Ой, синичка. Никто никого здесь не боится. Кисюня, Кисюня, как же тебя зовут-то, красотка, а? Надо все-таки взять. Они уже привыкли, что их кормят. Надо в следующий раз взять с собой еду и кошки взять еду. И синичкам взять еду, корм, друзья мои. Видишь, какая красивая картинка? Да. Мы в лесу, дорогие мои друзья. Долго я собиралась, конечно. Но вот если я так думаю, что вот по этой тропе идти, то клещи, наверное, не запрыгнут на меня. Вообще меня кто-то укусил.
Мы же возле пруда тоже сидели, а там не пойми, кто, может быть, тоже клещи сидят в траве. Ну, мы не сидели. Посмотрите, мох и поганки. О! Ой, как я давно не видела грибы, которые растут на земле. И вот еще какой-то грибок. Два даже. Друзья мои, смотрите, прям мох кругом. Вот такой вот мох. И кисюня с нами ходит. Дорогуша, ты наша красивая. Ты с нами ходишь? Да, надо почаще сюда приходить. Не надо эти фобии в себе наращивать, как снежный ком. А надо ходить и гулять. Потому что это воздух свежий, это здоровье. Это очищение крови. Ну, я так предполагаю. Синички прям вообще чудо. Чиф-чиф-чиф-чиф. Чиф-чиф. Чиф-чиф. Чиф-чиф-чиф. Она со мной разговаривает. Друзья мои, а вот это вот 100% дятел, наверное, постарался. Вот видите, она за нами летит и чирикает. Да ты моя красавица, ну что ты хочешь от меня? Что ты от меня хочешь? Вот она, видите? Ты кушать хочешь? Да господи! Ну что ты, найти себе не можешь покушать? Красотка! Видите? Они не боятся, они прям садятся. Ну... Ой, ты красота. Точно разговаривает со мной. Толстенькая тоже, не худая. Синичка. Ну, ты хочешь поиграть со мной? Или она тревожна? Чего она хочет, я не пойму. Ты что, меня перекричать хочешь, что ли? Я не пойму никак. Э, красотка! Ой, ребята, я вообще в первый раз с таким сталкиваюсь. Она за мной бежит, кошка за нами идет. Это идет, летит за нами. Все, отстала где-то там. Я честно говорю, что мне неохота даже из леса выходить. Картинка немножечко другая, конечно, искажается. Ну, я имею в виду цвет. Искажается, несмотря на то, что я устанавливала, чтобы было как натуральное. Чтобы было все натуральное. Но, тем не менее, не получается, дорогие мои друзья. Вот мы приближаемся уже к выходу. Там солнышко играет у нас. Дело близится к закату. Смотрите, какая трава. Вот она выше моего роста. Меня такая, конечно, не проблема перерасти, но не трава же. Друзья мои, лес. Вот это и есть лесная тропа, тропа здоровья, или как еще называют, тропа пенсионеров. Все, дорогие мои друзья, мы практически подошли уже. Я с вами попрощаюсь до следующего видео. Всем здоровья и добра. Пока-пока.